Уважаемые москвичи и гости столицы, шкалят датчики. В Москве жара. Подобная температура в городе была зарегистрирована 125 лет назад. За окном плюс 39. Спасает легкая одежда и легкая надежда на дождь. Все. Привет, друзья! Сегодня я приготовила вам мейкап-туториал, обновленная версия моего Smokey Eyes. Я попыталась симпровизировать с коричневого цвета на черный цвет, так что, надеюсь, вам понравится. Давайте приступим. Я уже нанесла тоналку, подготовила брови. Начну с глаз, с праймером Benefit, наношу его на все подвижное веко. С палетки Pantone цвет Care Brown, это теплый коричневый цвет, наношу его на складку в верхнем веко. И мягко рассушевываю кисточкой номер 217 от MAC. Беру темно-коричневый цвет от Lore Pro, цвет называется Espresso, рисую в начале стрелочку. Наношу его на внешний угол глаз и растушевываю мягко вовнутрь. Кисточка у меня номер 15 от Sephora Collection, я его нашла очень удобной, миниатюрной и больше под контролем. Вот этой маленькой кисточкой наношу под глазами, но только на внешний угол. Беру цвет черный, наношу его на все подвижное веко и, конечно же, растушевываю. Теперь беру пигмент от MAC Black Grape, наношу его пальцем, да, так мне легче, и наношу его на все подвижное веко и растушевываю. Тушь у меня от Lancome, называется Grandiose. Для подводки я всегда использую стила, она, во-первых, очень черная и очень водостойкая. Прошу извинить, из-за линз новых мне очень неудобно было видеть, еле рисую и очень близко к камере. Ресницы у меня от Sephora Collection, а та белая штучка на моих ресницах – это просто клей. Ну, хороший клей причем. Приступаем к контурированию. Беру палетку Anastasia Beverly Hills, беру хайлайтер Banana и наношу его под глазами и на T-зоне. Цветом Faun наношу его на скулы, на линию волос и тоже контурирую нос. Наконец этот момент настал. Покажу, насколько крутой этот хайлайтер Champagne Pop by Jaclyn Hill. Бренд называется Becca. Наношу его на верхнюю часть наших скул. И смотрите, насколько классно светится. Смотрите, в том-то прикол, что он не слишком блестящий, но то, что надо. Лично мне безумно-безумно нравится. И, наконец, последнее. Беру любой нюдовый блеск для губ. В руки попались этот Rimmel London, называется Show Off.
И кажется, мы все. Ну что ж, ребята, спасибо огромное, что были со мной. Надеюсь, вам понравился мой мейкап туториал. Если да, не забудьте скомментировать, потому что для меня это очень важно. Каждое видео я оставила частичку себя. Так что оцените и забудьте подписаться на мои новые видео. Увидимся на следующем видео. Пока-пока.